это уже более 10 лет, наверное, мы воспитываем арбитров. Мы, наверное, впереди в Крыму, впереди всех, и на Украине, кстати, нас отмечали еще в свое время, то, что в Севастополе идет работа с молодыми судьями. В свое время Алексей Дмитриевич Челышев предложил мне вести, и мы ввели данную, как говорится, опцию футбольную. Это очень важно на сегодня. Даже несмотря на то, что у нас уже 10 лет и существует, не менее 10 лет такая школа, все равно не хватает судей. И те ребята, которые по каким-то причинам не смогли играть в футбол, или не получалось футбол, или не играли в футбол, у них есть возможность самореализоваться в футболе. А нам, Федерация футбола, в первую очередь получить квалифицированных арбитров, которые, надеюсь, в недалеком будущем будут появляться уже и в чемпионате России, и в УЕФА, наверное, когда снимут санкции. Вы знаете, я специально пришел к ним, чтобы обратиться к ним, сказать, что судья на поле должен быть незаметным и понимать, что любой футбольный матч – это не матч судьи, а игра двух команд. А судья должен, чем он незаметнее, чем он меньше повлиял на исход матча, и чем он меньше, говорится, в рамках правил, тем, наверное, этот судья более профессиональный. Чтобы они любили футбол, а не себя в футболе. В Севастополе, я считаю, должны быть судьи. Здесь не только любят море и не только помнят своих героев. Здесь еще очень сильно любят футбол. А футбол без судей, без судейских ошибок, к сожалению, быть не может. Конечно, это будет каждый год. Это, в принципе, так происходит. Это во всем мире проходит обучение. Если не проводить это обучение, просто молодых судей не будет. Единственное, что новое, что изменились правила с 1 июня. И уже этим ребятам уже будут, естественно, доведены все новые требования FIFA, UEFA. А так ничего нового. Обучение, можно так сказать, рутинная работа, кропотливая. И подготовка будущих кадров только, наверное, для Севастополя. Хотелось бы, чтобы ребята и повыше судили, чтобы был крепкий дух и сопутствовала удача. Действительно, второй год мы работаем при непосредственном участии детско-юношеской футбольной лиги Севастополя. Курс, который мы пройдем с января по апрель этого года, особен тем, что всем известно, 1 июня прошлого года в правила игры был внесен целый ряд существенных изменений. Даже выпускники предыдущей школы молодого судьи, естественно, этих изменений не слушала, не проходила. Почему и на занятия в данной школе молодого судьи приглашаются не только как таковые молодые судьи, но также и выпускники прошлогодней школы молодого судьи и действующие судьи нашего города. Планируем работать до конца апреля. По окончании, как всегда, будет тестирование по правилам игры. Выпускники, успешно закончившие школу молодого судьи, получат первичную судейскую категорию и возможность работать в соревнованиях как городского уровня, так и выше. Мы выпустили 22 человека в апреле прошлого года. 12 из них сейчас являются активно действующими судьями. Некоторые из них уже выходят на крымский уровень. Еще 10 человек в резерве. Соответственно, все виды городских соревнований, от детских до ветеранских, играются с непосредственным участием выпускников школы молодого судьи прошлого года.